Через лес и туда, а я не вижу, где она кончается. Ну, мы по-любому к ней, наверное, вылезем. Она, конечно, справа. Через лес. Да, она гораздо правее вон идет. Ну, поехали. Ну, как-то надо спускаться. Нет, погоди. Ага, Димас, вот сюда сидеть. Ну, будет ненормально. Но как-нибудь будет. В дремучий лес. Отмечены какими-то маркерами. О, класс, смотри, как здорово. Можно вырезать, потом нарезать. Будет мокрый весь, как... Нормально по фрирайдере, да? В смысле? Что, тебе не нравится, что ли? Оп. В офигенское колоритное место мы приехали. Забрались, можно сказать. Горный ручей. Вон там горный сноубордист. Сейчас немножко туда переберемся. И там под канатку выйдем, я думаю. И все будет окей. Сейчас я борт туда брошу. О, да. Сюда, в середину не уступай. Будет что вспомнить, ё-моё. А погода-то наладилась. Борт не профукай. Ты смотри, головой в дерево не воткнись. Лесоруб. Да, вот это фрирайд. Куда ты пошел? Туда пойдем? Ну давай. Ни хера себе. А, под нами, слышь, речка. Да, я вон в ручей провалился. Ну да, нам надо было с краю. Вон, смотри, течет какая херня. Капец. Веселое приключение. Мостик прошли. Осталось чуть-чуть наверх. И на подъемник. Тишина, красота, никого нет. Смотри, мы самые последние с тобой. Да, чисто на последний подъемник успели. Вообще, блин. Мы и горы. Огонь.